Маквин! Лейла! Всем добрый день! Ассаляму алейкум, арахматуллахи ва баракату. Доброго здравия, дорогие уважаемые мои! Снова рад делиться с вами с новыми новостями. Поменяли сегодня местоположение. Вот, Маквин спустился вниз, скинул всем геолокацию. Йопарес, это, ну вот Иза перешла вот эту речку. Вот это я не хотел, конечно. В общем, Маквин скинул им геолокацию, покричал, повизжал, и все спустились вот отсюда вниз, вот отсюда к речке. Тут вода, конечно, и мухи сегодня разлетелись, и бабочки, не все уж так плохо. Вот кузнечиков не видел, но скоро тоже буду, думаю. Вот, Маквин здесь как Султан Хан с четырьмя, какой четыре, пять жен здесь. Тут он, у мусульман обычно 4 жены бывает, у Маквина здесь 5. Он какой-то рестайлинговый мусульманский араб. Короче, всем здесь хорошо, всем уютно. Вот, Маквин сейчас сам по себе успокоился немножко. Вот, как обычно стоят метки. Вот эта серая лошадь, видите, она ведет образ мышки. Все время лишь бы куда-то удрать, от кого-то убегать, уходить. Лишь бы ей не мешали, наверное, из-за жеребенка. Вон там Иза. Иза это, знаете, для Маквина как валенок. Есть она, есть, и все, пускай будет. Надо покроем, не надо, значит не надо. Вот так вот. Вон самая главная актриса нашего сегодняшнего вечера, это Лейла. Рядом с ней татарка. Вон там у нас Шанель Коко. Вот, Шанель Коко и татарка борются за Маквина. Каждая думает, что он ее мешает друг другу. Где он, они ненавидят друг друга. Где его нет, дружат вроде бы. Бегают туда-сюда, радуются. Потом татарка что делает? Постоянно пытается увести его. Он только начинает уходить. Лейла просто одним жестом хвоста его поворачивает обратно в ее сторону. Но она знает, каким топливом надо заправлять Маквина, чтобы он рядом с ней был. Когда сезон случки, как бы он идет, кроет всех. Но после того, как всех кроет, он возвращается к Лейле. Лейла делает так, чтобы он рядом с ней находился все время. Ему с ней комфортно, уютно. Она мудрая. Она не говорит ему, я тебя люблю, жить без тебя не могу. Он и так все прекрасно понимает. Все ее капризы для него, это знаете, как... глоток воздуха. Он там, видите, радуется Макфиандрю. А эти две дурочки, им что нужно от Макфина? Им нужно, им лишь бы, знаете, вот материальные ценности Макфина. Если Макфин кушает овес, они лезут туда, он им уступает, как бы он оплачивает их коммуналки, там, я не знаю, свет, газ, там, какие-то штрафы, которые приходят по камерам, как бы, да, все это он оплачивает, но это взаимовыгодно, когда надо, он их кроет. Вот, наша татарка покрылась, теперь она уже немножко успокоилась. Шанель Коко наша что делает? Она без конца гуляет, ему уже она надоела. Вот ее гулянки ей уже неинтересно. Она как санитарка, знаете, вот, голову поднял, а, кто поблизости, вот она, и все. Не знаю, что-то она не беременеет, или может беременная. Беременная, я говорю, для тех, кто не знает слова «покрылась». Вот, если она не покрылась, значит будет гулять. А может быть и такое, что она покрылась и гуляет. Что-то там ей, может, захотелось. В общем, вот такие дела. Главная сейчас фаворитка для Маквина – это Лейла, как я вам говорил. Он от нее не отходит ни на шагу. У них друг к другу большое уважение. Они никогда не переходят на «ты». Не выходят за рамки приличия. Потом, в общем, у них очень большая такая взаимная, такая, как вам сказать, уважительная любовь друг к другу. У них все построено на уважении. Те другие подходят, там пытаются что-то Маквину объяснить, а Лейла просто сдалека может. Движением хвоста, мимика лица, наверное, будет неправильно, вот движениями ушей сказать ему то, что эти словами не могут сказать.
Вот такая у нас умничка наша, вот эта Лейлочка. Там Измир Маквинович спокойный вообще. По барабану до всех, лишь бы у мамы молочко было там столько, сколько ему надо. Все остальное шевелящееся, стоящееся ему ноль. Вот и лето настало, ребята. Вчера рука загорела, ночью еле-еле уснул. Как будто волдырь у меня там под кожей. Ну, загар. О, видите, из-за чего сейчас сделала? Изи не нравится, что татарка. Вот, видите, она с Маквином там на одной ноге. Изи это не нравится. Шанель Коко тоже он там рядом стал. Типа, мол, я тоже тут, а ты что, меня не видишь? Мог бы посмотреть хотя бы по зеркалу заднего вида. Ля-ля-ля, бла-бла-бла. Все, сейчас Иза будет копать воду. Это они, когда хотят ложиться, так делают. Но речка очень холодная. А Иза чистая, она, я ее домой забирал с этой Шанель Коко. Не Шанель Коко, подруга Шанель Коко. Как ее звать? Это Властимира. Я их периодически чищу. Они не ложатся, они как бы мамки, у них, видать, не чешется. У них все, что хотел, все, что должно было почесаться, почесалось и перестало, видать. Не ложатся они. Вот я не замечал после родов, чтобы они так обильно ложились. Вот Лейла ложится, вот Маквин ложится, татарка, о, прям на землю уложи. Это земля, это татарки, как бы. Татары тоже говорили, вся земля наша. Вот в ней это есть, вот этот момент. Вот, вот она и арабская лошадь. Ее имя, да, говорят же, как корабль. Увидите, как татарка прыгнула. Как корабль назовешь, так и поплывет, говорят. Вот эти все земли, походу, татарка думает, мои. Все, ребята, всем хорошего дня, хорошего настроения. Слишком много меня здесь уже. Сейчас просто посмотрим, как прыгнет Маквин. Но все будет так, как же и вчера. Она не перейдет речку по причине того, что малыш боится. Эти будут пытаться возвращать ее, и в итоге они перейдут на эту сторону. Хотя здесь очень крутая трава. Там, видите, там на склоне какая зеленая эта трава мощная. Маквин пока речку не переходит, потому что это здесь стоит. Ох, вот, посмотри, где он лег. Ох, блин, вон, все. Ребята, а почему ваши лошади грязные? Боже, как вы за лошадьми смотрите? Продайте их лучше, чем так держать. Вот, ребята, как они пачкаются. Искупал, он не высох еще. Вон, татарка, смотрите, что делает там. Газует на всю катушку. Единственное, вот она осталась здесь. Это и хорошо, что она здесь осталась. А то они сейчас пошли бы в ту сторону, по этой улице вниз. Покорят дальше улицы от Ланаула. Получается, есть у нее и плюс. Из-за того, что она здесь, они не уходят с этого места. На видном месте там пасутся. Вот. А в итоге они... Ну, когда они уже хотят уйти с этого места на другое место, они видят, что одна из них отстает и возвращается к ней. В этом и есть весь плюс Властимира Петровна. Все, ребята, всем пока, всем хорошего настроения. Счастливой вам жизни, здоровья, крепкого имана. Все, всем покашки. Мне уже нравится на это все смотреть. Красота, лепота. Всех с добрым утром. Ассаляму алейкум арахматуллах. Время 5:10 утра. Вышел к лошадкам. Одни стоя спят, одни лежа. Одни пасутся парами, другие и не парами. О, татарка. По утрам она спокойная, машаллах. Вот Лейла. Вон там Властимира. Вон там Валиде. А вот тут прекрасное, прекрасное небо. Машаллах. Вид вот такой. Прекраснейший. Всем хорошего дня. Счастливого дня. Спокойного, стабильного. Спокойной, стабильной жизни. Аминь, Аллахума, аминь. Конечно же, крепкого здоровья. Чтобы жизнь была вообще спокойной и стабильной. Это хулиганье, а?
хулигане, я же говорю. Давай! Беги, мелкий! Стартуй! Куда идешь ты, мамка?